Около 5 часов вечера на проспекте Шевченко возле Дворца спорта водитель автомобиля «Мерседес» сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в областную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Также у девушки диагностировали перелом костей носа, травму грудной клетки и ушиб правого колена. Только подтвердить, что было, что я забрала скорая. Вроде предварительно перелом руки и ноги есть, но это пока очень предварительно. Я жду полную информацию.